Ни один медицинский работник сокращению не подлежит. Ни один врач, ни одна медицинская сестра, ни одна санитарка. Да, у нас станет меньше главных врачей. Кинешемский фельдшер Сергей Веселков авторитетному чиновнику не поверил. В среду в центре Кинешма он вышел с одиночным пикетом. По словам медика, ситуация, например, на скорой помощи сейчас такая, что специалисты, чтобы прокормить семью, вынуждены работать на несколько ставок. Грядущая оптимизация положение медработников может только усугубить. Ну, как говорят медицинские чиновники в департаменте и наши главврачи, что уменьшение заработных плат не произойдет. Вот так вот. Но откровенно, если уж говорить, то есть от коллектива, какие слухи ходят в коллективе, заработная плата уменьшится. Мы вот боимся. Почему? Мы сейчас нас финансируют через ОМС, то есть мы скоро работаем, кое-как сводим концы с концами. Нам хватает денег только на зарплату, на ремонт автомобилей или на покупку новых автомобилей. Денег нет. А тут, получается, нам обещают, что дадут новые автомобили, но мы думаем, что у нас больше будут забирать, чем дадут. По словам Сергея, оптимизации присоединением к Кинешемской центральной районной больнице, Заволжской, Юрьевецкой ЦРБ и Кинешемской станции скорой помощи недовольны и напуганы большинство медработников этих учреждений. Но с пикетом вышел лишь один. Медики боятся санкций или же масштаб бедствия преувеличен? Пока вопрос открытый. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.